происходит сброс тренировок и мастеров и подбор новых умений. К сожалению, во время игры мне достались 8 ненужных умений, настало время заменить их на более подходящие, сброшу все, кроме первой помощи. В идеале я хотел бы получить такой билд: усиленный амулетами первую помощь и футболист, плюс что-нибудь на дебаф, например рестайлинг, а из пассивных умений только эти три, на силу, ловкость и живучесть персонажа. Ну, давайте посмотрим, как оно будет на самом деле. Так, фехтование мне не нужно, посмотрим другую программу. Это тоже не подойдет. Отлично, первая помощь, забираем. Полет дракона — классное умение, но не вписывается в мои планы. Атлетика. Забираем. Обезоруживание не для меня. Отравку не взял бы, даже если мне приплатили рубинов. Молниеносность не нужна. Придется менять программу, пока не найду подходящую. Ну что ты будешь делать? Опять отрава. Ого, первая помощь, теперь прокачана максимально, если учитывать амулет. Лечится 3% здоровья. Замечательно. Проклятие пропускаем. А футболиста забираем. Ух, который раз уже отравка выпадает. Одарение не подойдет. И это тоже заберите обратно. Молния. Хороший дебаф, но мне нужно просаживать талант противника. Для этого нужен рестайлинг. Двойной удар лучше забрать, когда буду около 20 левела. А мастер кунг-фу эффективен только с 17 уровня, когда появляется костец с шансом на крит. Невероятно, снова отрава. Итак, я потратил почти все рубины, которые купил на деньги с SEO-спринта. Нужно подобрать еще 9 умений. Ну что же, придется вывести пару рубинов с коинсапа. Один момент. Продолжаем. Отлично, атлетика мне пригодится. И снова мастер Вонг подогнал атлетику. Футболист уже 4 уровень прокачки, забираем. Вот это умение давно жду, процент ловкости никогда не бывает лишним. Опять оно, мастер Вонг сегодня в ударе. Блин, только похвалил его и сразу выпал двойной удар. Пропускаем. И 4 уровень атлетики. То, что доктор прописал.
Осталось всего 3 доступных тренировки, а выносливости и рестайлинг не выпадает. Жаль. Но зато футболист теперь максимального 5 уровня. Шанс оглушить на 2 хода 90%. Это круто. Третье проворство. Нормально. Футболист, если сейчас его забрать, то придется менять амулет, а он уже прокачан на плюс 4. Ладно, посмотрим, что он даст нам Power Billy. И это выносливость, однозначно забираем. Ну вот и все, доступные прокачки закончились, собрал почти все умения, которые хотел, кроме рестайлинга, конечно. Но его, надеюсь, поймаем на следующих уровнях. В итоге на ребилд умения ушло 2250 звезд и примерно 75 рубинов. Кстати,